Существует легенда, что в средние века молодые люди должны были сдать экзамен на правильную технику секса, чтобы администрация, церковные иерархи, родственники и родители наконец дали добро на то, чтобы они стали мужем и женой. Сегодня многие молодые пары сдают вот такой экзамен на родительство, потому что их родители, друзья, знакомые очень часто спрашивают: ну что, вы уже решились ребенка родить? Ну когда же это будет? И получается, что молодая пара живет в вечном страхе, в вечной тревоге о том, что снова и снова будет подниматься одна и та же тема, одна и та же неудобная тема. Потому что, ну, если мы будем с вами честны, если есть молодые люди, если достает им здоровье, и у них есть внутреннее желание и решение иметь детей, обычно они стараются это делать. Если нет, у них не получается, то, может быть, у них есть какие-то проблемы. Но это то, что должно происходить в паре, а не то, куда стоит совать свои грязные руки всем окружающим людям. Потому что это в высшей степени бестактный вопрос. А в силу этой бестактности мы имеем одну большую проблему. Так как люди, у которых действительно могут быть проблемы с рождением детей, оказываются под постоянным прессингом, им безумно сложно признаться, что у них правда есть проблемы с деторождением. Есть молодые пары, у которых не получается зачать ребенка, но они стыдятся признаться самому себе и мужу или жене о том, что, ну, они чувствуют, что что-то идет не так. Они не попадут в должное время на обследование к врачу. Они не начнут лечение. Они будут постоянно скрываться и бегать от окружающих, а потом придумывают себе какую-нибудь отговорку в виде того, что они, например, там child-free, решили не иметь никогда детей. Просто для того, чтобы избежать этой тяжелой темы. Поэтому, если есть молодая пара, у которой нет детей, и вас это беспокоит, заткнитесь, пожалуйста, и не мешайте им. Или же принять решение в тот момент, когда они сами созреют, иметь детей. Или не мешайте им разбираться со своими проблемами, со здоровьем физическим, эмоциональным, социальным своим статусом. Не торопите их, все случится в нужное время. Особенно, в первую очередь, наверное, я обращаюсь к родителям этих молодых людей, которые очень сильно хотят внуков. Все настанет, все будет в свое время. И чем больше вы будете вмешиваться, тем дольше вам ждать.